Захар, рада тебя видеть здесь, в Ярославле, в Локомотиве. Для тебя переход в нашу команду, по сути, вообще, да, первый трансфер по ходу карьеры, первый переезд в чужой город. Как тебе первая неделя работы здесь? Все ли складывается так, как ты ожидал? Вообще, какие эмоции? Ну, в принципе, я уже разместился в первый же день, как приехал. По бытовым делам, как все прошло хорошо, все быстро обустроился. Да и здесь как бы влился коллектив, пока ребята молодые, так что общаемся все на равных, ничего такого нет. Хороший коллектив, тренируемся, втягиваемся пока потихоньку. Кстати, по поводу дороги. Многие болельщики, я думаю, читали. Ты говорил о том, что поедешь на машине, поедешь с отцом. Как прошел путь? Что посмотрели по ходу движения? Ну, путь был довольно-таки сложный такой. Двое суток ехали, там еще плюс часов 10 где-то. Тяжеловато было. Ну, многие города проезжали, как бы. Челябинск, Екатеринбург, такие большие, Омск. Ничего, добрались, все хорошо, никаких происшествий не было. Как тебе ярославские дороги, кстати? Ну, я, в принципе, немного где был еще, но Московская, вот это вот, как она называется? Да, Московский проспект. Да, Московский проспект, там как бы хорошие, ну а где-то во дворах есть, конечно, такие ямки. Ну, Кузнецкий не лучше, если честно, так что я привык. Возвращаясь к команде, тебе приходится привыкать к тренеру-иностранцу, легионеру. Насколько вот отличается работа, да, по сравнению с российскими специалистами, которые были в Новокузнецке, в сборной страны? Какие особенности, все ли ты успеваешь понимать? Или там приходится что-то переспрашивать, тренер может что-то подсказывать? Да нет, в принципе, ничего сложного нет. Как бы. Упражнения даже такие в Новокузнецке были, прям копия упражнений, как бы все прекрасно понимаю, где-то, если что, подскажут. Дмитрий Сергеевич как бы всегда объяснит, подскажет, то есть ничего сложного нету. Что касается ребят, на самом деле пока молодежный состав, многих ли ты вот знаешь, да, мы видели, что общался ты и с Данилом Апальковым, с Димой Мальцевым, как вообще атмосфера? Да, хорошая атмосфера, такой коллектив веселый, как бы все на позитиве. Общался, ну, в принципе, я знал многих здесь, ну, вот Кручинина, Апалькова, Картаева, Галимова. Ну, познакомился сейчас уже со всеми, в принципе, хорошо общаюсь. То есть все прекрасно. Если в Новокузнецке ты был одним из лидеров обороны, да, особенно это было заметно в последний сезон, здесь, ну, будем откровенны, да, придется снова доказывать, да, свою состоятельность, пробиваться повыше в составе. Насколько психологически для тебя вот это сложно? Подготовил, готов ли ты к этому, да? И сам для себя какие цели ставишь вот на этот сезон? Я прекрасно понимал, что перехожу в топ-клуб, и как бы здесь никто так место не отдаст, и готовился морально, физически, как бы буду бороться за место в составе. Ну, это и главная цель, наверное, попасть в состав, закрепиться в нем и как бы достойно отыграть сезон. Спасибо, удачи тебе. Спасибо.